Рабочий день слесаря сантехника жилищно-эксплуатационной службы номер 8 расписан буквально по минутам. Каждое утро начинается с того, что мастер участка сообщает рабочим о новых вызовах и неполадках, которые необходимо устранить. Штаб жилищно-эксплуатационной службы номер 8 состоит из 12 человек, и для каждого находится работа, которую они стараются выполнить на отлично. Но среди этих образцовых слесарей-сантехников есть тот, кто заслуживает особого внимания. У нас есть бригадир Сергей Петрович Панасовец, он слесарь-сантехник. Значит, работает в КУБЖО города Бреста с 2003 года. Вот довольно-таки давно в нашей организации. Выполняет тоже качественную свою работу. Участвовал в конкурсе на звание лучшего сантехника. Попал в тройку, занял второе место. Ответственный, добросовестный, как, впрочем, и все наши работники. В коллективе он держится вообще замечательно. Как бы люди на него... Я думаю, огорчаться нечего, потому что он организовывает нормальную работу и старается так, чтобы у всех все было. В обязанности слесаря-сантехника входит не только ремонт различного сантехнического оборудования, но и проверка систем трубопровода, канализации, теплотрасс и многое другое. Работа ответственная и требует не только теоретических знаний, но и колоссального опыта. Сам Сергей Панасовец говорит, что в профессию пришел с добрым намерением – помогать людям. Просто не хотелось, чтобы у людей было в плачевном состоянии, сантехника вся, как-то вот старался, чтобы людям сделать все, чтобы хорошо все было, и все, чтобы работало все хорошо у них, и чтобы было красиво, чтобы человек был доволен нашей работой. Отправляясь на вызов, слесарь-сантехник должен иметь при себе нормативные документы и рабочие инструменты, чтобы справиться с любой задачей. Не спрашивает. Нина Сычева не первый раз прибегает к услугам сантехника, а потому не спрашивает. Ждала. В этот раз в ее квартире сломался кухонный кран. Сергей Петрович отремонтировал эту неполадку быстро, но самое главное – качественно. Но кроме этого, он проконсультировал женщину, как в будущем избежать проблемы. У меня, вы знаете, старый уже водопровод дома много лет, и забивается часто канализация. Даже где-то раз в месяц обязательно вызываю. Вопросов нет в услуге. Быстро. Заявки быстро выполняются, качественно. Вот. Услуги идут. Ну, хорошо выполняет ЖЭС. Я довольна. Востребованность в сантехниках на рынке труда постоянна. Они нужны при строительстве новых домов, при ремонте старых зданий, а также для поддержания дома в надлежащем виде. И хоть их работа для большинства людей малозаметна, без нее наша жизнь и быт будут лишены всех тех благ, к которым мы привыкли.